еще об одном факте мошенничества. Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Наримар Доримстроя. Прокуратура Ненецкого округа обвинение поддержала. По версии следствия, неустановленные лица, которые работают на предприятии, совершили махинацию, тем самым заполучив несколько миллионов рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, которую провело Управление городского хозяйства города Нарьян-Маром. Согласно полученной нами информации, дорожники выполнили некачественные и неполные работы по строительству дорожного полотна в районе старого аэропорта. В результате городскому бюджету причинен ущерб в крупном размере. В карманах у неустановленных лиц Нарьян-Мар Доримстроя осели почти 5 миллионов рублей.